В Таджикистане будут выращивать еще больше хлопчатника. 23 тысячи гектаров дополнительно выделили земледельцам в этом году. Сеять культуру в стране начали в конце марта. Работы уже подходят к концу. Абубакр Файзулоев побывал на полях. В 9 утра жара уже 30 градусов. Хлопчатник в этом году сеют под безжалостным палящим солнцем. Несмотря на изнуряющий зной, все правила соблюдают неукоснительно. При севе хлопчатника очень важно следить за тем, чтобы правильно спахивалась земля, чтобы грядки были правильно очерчены. От этого зависит и урожайность, и качество хлопка. В основном сеют средневолокнистый хлопчатник местного сорта. По словам фермеров, он адаптирован к жаркому климату региона и дает хороший урожай до 40 центнеров с гектара. Семена этого хлопка мы готовим заранее. Сначала они проходят обработку на заводе, где замачиваются 2 дня. Мы удобряем их. Если не проводить эти процедуры, семена не раскроются и не зацветут. Почти 70% всего хлопка в республике производят в Хатлонской области и постоянно увеличивают площади. В этом году только в регионе выделили дополнительные 23 тысячи гектаров под эту культуру. На сегодняшний день в области сев хлопчатника успешно проведен на 95% от намеченного плана в этом году. Рассчитываем получить более 300 тысяч тонн урожая. Ежегодно Таджикистан экспортирует до 100 тысяч тонн хлопковолокна в Китай, Турцию и Казахстан. Но объемы намерены сократить. В планах перерабатывать сырье внутри страны, а уже потом продавать в качестве готовой продукции. Абубакр Файзулоев, Парвиз Манонов, Мир 24.